Доброго утра! Доброго утра, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами пришли на одно из моих любимых мест. Это район Долмабахче. Долмабахче обозначает наполненный сад. Представляете, в 17 веке на этом месте был залив. Потом завезли землю и сделали вот такое вот как бы место. Здесь был шикарный посаженный сад. И уже потом, в 1842 году, султан Абдул-Маджид решил построить здесь дворец. Вот видите, этот дворец строился 11 лет. Является очень, является как бы бриллиантом османских дворцов. Сюда только 16 тонн золота пошло на украшение. Также башня есть. Видите, часовая башня в этом дворце. А вот эта мечеть, которую мы сегодня с вами посетили, это мечеть, посвященная матери султана, уроженке Кавказских гор. Она была сама грузинка по происхождению. К сожалению, она год не дожила до открытия этой мечети. И я вам говорила, что когда заходишь в мечеть, такая легкость, такое что-то воздушное, яркое. Вот эта мечеть впитала характер матери этого султана. Мы на берегу Босфора. Сегодня немножко у нас как бы облачно. Может, вам не очень хорошо видно, но поверьте мне, замечательная, замечательная погода, не жарко. Друзья, я желаю вам доброго дня. Будьте счастливы. Дорогие друзья, доброго-доброго утра. Мы пришли в мечеть Долмабахче. Очень красивая мечеть, очень большая, и находится в районе Долмабахче. Вы видите, такой как бы второй этаж есть, очень красивый. Видите? Такая легкость в этой мечети. Она такая воздушная, легкая. Это мечеть Валиде Султан. Это построена мечеть для матери султана. Смотрите, массивная люстра. Ну, как она легко смотрится. Такая воздушная мечеть. Такое ощущение легкости, изящества. Thank you.
Дорогие мои друзья, вот смотрите, перед вами мечеть, которую построил Абдуль-Меджид I, султан, для своей мамы. Вот башня часовая, прекрасная башня. И дальше мы видим дворец, куда Абдуль-Меджид I перевез в 1853 году весь свой гарем, всю свою семью. То есть он был первым, кто в этом дворце жил. Он покинул Топкапы. И вот мы уже здесь были. Здесь очень красиво. Первый двор можно посмотреть бесплатно, а те дворы платные. Но, к сожалению, там нельзя снимать. В помещениях дворца съемка запрещена. Вот, смотрите, какая красота. И окна мечети смотрят на Босфор. Мамины глаза смотрят на Босфор.